Неделя подошла к концу, а вместе с ней и два турнира. Грузинская теннисистка Мариам Булквадзе стала победительницей соревнований Тамирис Вимен 60. Она обыграла россиянку Валерию Савиных со счетом 4-6, 6-3, 6-2. Мариам, поздравляю вас с титулом. Как ожидалось, финальный матч получился для вас самым тяжелым на турнире. Yeah, thank you. Me and Valeria played before many times, and we always had a tough matches and tough battles, so I knew this wasn't going to be easy. I've been playing really well on this tournament the whole week, and I knew I could win, so I was a bit nervous coming onto the match because it was my first final of a 60K, but after the first set, I'm glad that I pulled myself together and I started to perform better. Это ваш первый титул. Что вы почувствовали, когда поняли, что победили? Yeah, it feels good to be able to get the title, especially last time I played here, I lost in the semis, so it feels good to win it this year. Кому вы посвящаете свою победу? I don't know. I mean, I'm just really glad I won, so this win is for me, not for anyone else. Валерия, вы сегодня вырвались вперед во втором сете. Чего не хватило, чтобы одержать победу в матче? Я бы не сказала, что я вырвалась. Мы шли game в game. Это был очень тяжелый матч для обеих, поэтому я не могла бы сказать, что перевес был настолько сильно на моей стороне. Мы обе боролись, и Мариам сегодня выступила лучше. Мы уже не первый раз вместе играем друг против друга. Мариам очень хороший, достойный соперник высокого уровня. Мы обе знали, что матч будет сложным, и тактически я пыталась выполнить наш план с тренером составленный, и он работал, но Мариам хорошо подстраивалась под те вещи, под те элементы, которые я пыталась выполнить, чтобы ее поставить в какое-то трудное положение. Мы обе боролись и боролись до конца, и я должна отдать должное сопернице. Очень хороший уровень тенниса был сегодня. Это не первый ваш кубок президента. Какой из них вам запомнился больше всего, и, может быть, какие-то изменения, которые вы сейчас видите? Да, каждый раз лучше. Каждый раз мы приезжаем, лучше становится организация, я так полагаю, потому что очень идут навстречу всегда организаторы турнира, пытаются улучшить уровень, и в этом году очень хороший отель, в котором мы живем, и транспорт на высшем уровне. Очень Players Desk всегда помогает, девушки всегда открыты и пытаются сделать все самое лучшее для игроков. Я хотела поблагодарить организаторов турнира и Федерацию тенниса Казахстана за, как всегда, отличную организацию турнира, за возможность для того, чтобы игроки приехали и смогли набрать очки, смогли улучшить свои рейтинговые позиции. Как всегда, теплые приемы, великолепные турниры, и рада всегда приезжать сюда. В воскресенье состоялись первые матчи квалификации одиночного разряда турнира «Женебек Челленджер». К сожалению, казахстанские теннисисты не продолжат борьбу за место в основной сетке соревнований. Данил Озерной уступил теннисисту из Зимбабве Бенджамину Локу в двух сетах со счетом 4-6, 0-6. Тимур Хабибулин потерпел поражение от россиянина Артема Дубривного в двух партиях со счетом 2-6, 4-6.
Кирилл Колганов не сумел одолеть своего соперника. Матч завершился со счетом 6-2-6-0 в пользу израильского теннисиста Ишая Улиэля. В финале одиночного разряда турнира Кирей Челленджер австралиец Макс Персел одержал волевую победу над британцем Джейм Кларком в трех сетах со счетом 3-6, 6-4, 7-6. Джей, сегодня был очень интересный матч. Как вы думаете, чего вам не хватило? No, it was a good match. It was tough. Max played well all week. Like I said in the ceremony, you know, he fought like a dog to get here. And yeah, sometimes you win those matches, sometimes you don't. But it was a good match. And yeah, I just got to get ready for next week. Что вы можете сказать о Казахстане, о Нур-Султане и турнире в целом? Yeah, the hospitality for me has been great. I haven't really obviously got to go out that much because I've been in the tournament, but everyone's been really friendly, the tournament's been run really well. Yeah, everyone's helped the best they could, and yeah, it's really nice. Планируете ли вы закрепить успех и, может быть, даже одержать победу на следующей неделе? Yeah, I'll do my best. The main thing now is to get my body reset and back to a good level. I was playing a lot of tennis over a lot of days at the back end of this week, so no, if my body allows it, then yeah, hopefully I can be back in, you know, playing this final next week. Поздравляю с победой, Макс. Что помогло вам вернуться в игру после неудачного первого сета? Yeah, I'd been playing a different kind of style the whole week, and Jay was a different player, and I tried to start the match going for my shots a little bit more, but it was slightly more foreign to me because for the previous four matches I'd been a little bit passive, so I just tried to step it up and it wasn't working to start, but I stuck with it and I finally found my range and was lucky enough to get through the second two sets. Добавило ли вам настроение, мотивации тот факт, что вчера вы были выбраны в национальную сборную на Олимпиаду? I actually found out, well, I made the decision to say yes after I won my quarterfinal match, so yeah, I guess once I won my quarterfinal match, I'd kind of guaranteed myself into US Open qualies, which was my main goal. And so I was like, you know, this is the time to step up and play for your country as well, with nothing to lose. Вы были заявлены на вторую неделю соревнований, теперь вам придется менять планы, чтобы поехать на Олимпиаду в Токио, представлять свою родную страну Австралию. I said I found out a couple of days ago, and I was meant to play here, and then another challenger tournament next week here, and then also one in Lexington. But that's all cancelled now. So yeah, I head to Tokyo tomorrow early in the morning. Кому вы посвящаете свою победу? I've been working really hard with my coach Nathan Healy the last two and a bit years, and through COVID we put a lot of hard work in. He could be here, but he can't with the quarantine system in Australia. But I know he's cheering me from home. В понедельник в первом круге одиночного разряда турнира Жанибек Челленджер казахстанец Григорий Ломакин сыграет против спортсмена из США Мика Чапела. Стартует новая неделя, а это значит, что впереди нас ждет еще больше интересных матчей. Ну а вы не забывайте смотреть прямые трансляции на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана, а также следите за обновлениями на наших страницах в социальных сетях. С вами была Дидар Атмаджа. Пока!